Начнется матч между командами легенды хоккея и детской сборной мира Еврохима 2017. Легенды хоккея. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетиса. Seven-time world champion, three-time Stanley Cup winners, state junior deputy Вячеслав Фетисов. Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы и Советского Союза Алексей Косаконов. Номер седьмой. Спорта, трехкратный чемпион мира, Ирек Кимая, номер 18. Заслуженный мастерский чемпион Александр Кожевников, номер 16. Two-time Olympic champion Alexander Kozhevnikov, play number 16. Чемпион мира, призер Олимпийских игр, русская ракета Павел Буре. Honorary Prize of Sports of the USSR, world champion, the prize holder of the Olympic Games, Павел Буре, the play number 10. Заслуженный мастер спорта, обладатель Кубка Стэнли, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Федоров, номер 91. Honored Master Sports of Russia, World Champion, three-time Stanley Cup winner. Кубка Стэнли, Валерий Каменский, номер 13. Спорта, чемпионата мира. The USSR, the Olympic champion, the bronze prize holder of the world champion, Alexey Zhemnov. Олимпийский чемпион Игорь Колдин, номер 26. Honored Master of Sports, the Olympic champion Игорь Колдин. Олимпийский чемпион Виталий. Winner of Master of Sports. The winner of the Olympic Games, Виталий Прохоров. Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, президент ночной хоккейной лиги, легендарный Як-15, Александр Сергеевич Якушев. Сегодня состоится по-настоящему удивительный матч. Впереди матч красной машины. Сборная России против сборной мира. Только сегодня, пожалуй, мы узнаем, кто же является по-настоящему самой сильной хоккейной командой планеты. Трус не играет в хоккей. Ничья
один. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь. Но если надо, защищается блестяще великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим в мужество отчаянных парней. В хоккей играют настоящие. Дорогие друзья, напомню вам, что в воротах губернатор, так что вдруг комментарий излишний. Мои первые Олимпийские игры. Я помню, как сейчас. В Лейк-Плэсиди, в тюрьме, там разместили нас. Я играл в хоккей за великую страну. Я готов был порвать любого противника на льду. И ты должен быть сильным, бери пример с меня. И стань легендой новой, как стал когда-то я. Мечта для хоккеиста, олимпийский пьедестал. И в этой битве победит лишь тот, кто лучшим стал. Характер закаляем для будущих побед. Мы дух командный ценим, здесь проигравших нет. Всегда быть в авангарде, не бойся проиграть. Будь лидером на старте, чтоб чемпионом стать. Не для наград и премий, а за престиж страны. Заслуги поколений приумножаем мы. И в спорте ценим с детства достоинство и честь. Когда такие люди у нас в России есть. Ничья, нас ждет серия буллитов. Красивых матчей будет сыграно немало. Не забудем мы как царь. Сражение золота и кубки добывало. Великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим в мужество отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. The last minute of the first period. Yeah.
сборной команды мира на льду казахско-швейцарская смешанная пятерка. Вячеслава Фетисова, номер второй, в Альбине Каменского номер. Дорогие друзья, мы учредим три приза имени Законов Ньютона. Фондер Александр Михайлович Чередник. The awarding is held by the executive director of the fund, Alexander Chiretnik. Скорость игры принимается игроку команды Expo Blues Junior Расмусу Даниэлю Хаттике. Приз имени второго закона Ньютона за самую силовую игру. Но в этом виде спорта важна не только физическая сила, но и сила духа. Присуждается игроку команды Клайпеда Клайе Бюллера. Присуждается самому эффективному игроку турнира, которым назван игрок команды Виктория Денис Вечаев. Сейчас на льду два 91-х номера. Один играет за сборную команду легенды хоккея. Это Сергей Федоров. А второй 91-й номер. Великолепный. Уважаемые зрители, свою третью шайбу в сегодняшнем матче забросил.
shows from the children to Moldova.